Значительные средства сегодня вливаются в различные социальные проекты. Так, в поселке Загородный Калининского района Тверской области начал работать новый фельдшерско-акушерский пункт. Он построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекта здравоохранения. Теперь медицинская помощь рядом с местом жительства стала доступной почти для 800 человек. Как прошел первый день работы ФАПа? Прямо с приема репортаж нашего корреспондента. Открытие ФАПа жители деревни Баламутово и поселка Загородный ждали 12 лет. Раньше он здесь был, но закрылся из-за отсутствия помещения. И вот открыл свои двери для пациентов новый пункт. В первый же день работы на прием уже очередь. Нина Михайловна, на что давление, ножки вот мои, какие ножки у меня больные. Посмотрим, что у нас на сегодня. Прием ведет фельдшер с 25-летним стажем Юлия Иванова. Сама проживает в Загородном. Она работала еще в старом ФАПе, а после его закрытия в селе Михайловское. И вот вернулась в родной поселок. Условия работы на высшем уровне, рассказывает Юлия Викторовна. Оснащение позволяет оказать всю необходимую помощь. Все чисто, все аккуратно, все новое. Есть все для оказания медицинской неотложной помощи доврачебной. Препараты, ЭКГ, ну все предназначено. Прививочный кабинет, то есть вакцину потом будем завозить. ФАП в Загородном разместился в новом построенном здании общей площадью около 100 квадратных метров. Там есть удобный кабинет для приема, просторный холл, прививочное и служебные помещения. Удобство, а главное доступность оценили и сами местные жители. Особенно возрастные пациенты, у которых есть необходимость контролировать здоровье. Красиво, очень хорошо, очень. Мы так рады были, когда приехали первые эти, ставили вот эти домики. Говорим, ну, наконец-то мы дождались. Мы очень рады. За лишним уколом, вот как у меня ноги не ходят, я с палочкой хожу. И просишь, кому-то звонишь, чтобы приезжали. Даже с города звоню медсестрам, которые есть знакомые, приезжают, мне делают уколы. Потому что у меня то давление, то чего. Теперь сделать укол, скорректировать лечение, сделать ЭКГ или сдать кровь можно будет здесь. Функционирует фельдшерско-акушерский пункт на базе Калининской ЦРБ. Он также позволяет организовать и выездные приемы узких специалистов. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать поселок Загородный и деревня Баламутово тут рядом. Население составляет 789 человек, из них 150 детей. У нас тут и вот этот участок в поликлинике сидит врач-терапевт, она будет сюда выезжать. Будет выезжать акушерка. Другие какие-то специалисты будут выезжать. Видите, помещение есть. Так жителям пригорода больше не придется ехать в город без особой необходимости, тратить время и средства. Необходимость доступности медпомощи отметил и глава региона. Благодаря новым фельдшерско-акушерским пунктам наши жители смогут получать медицинские услуги в комфортных и современных условиях. Так, в 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа в деревнях, селах и поселках разных районов области. В Калининском, Андреапольском, Зубцовском, Бежецком, Лихославльском, Торопецком и других.